Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать всех вас на канале «Школы здравого смысла». И сегодня мы с вами затронем одну из важнейших тем. Конечно же, мы будем говорить про человека, потому что человек стоит в центре. И психология – это та наука, с которой все и начинается. И именно психология человека только тогда и начинает работать и в самом человеке, и на благо человеку во внешнем мире, когда мы начинаем изучать сами себя. То есть все начинается с внутреннего мира человека. Я попрошу сейчас вас задуматься о том времени, которое вы тратите на свою жизнь, на бизнес, на отношения в семье, на что-либо внешнее, и как много мы говорим о внешнем. Мы говорим об экономике, мы говорим о каких-то обучающих процессах, мы говорим о культуре, науке. Но это все рождается внутри человека. Именно наши внутренние желания, наши цели двигают нами во внешнем мире. Мне приходит воспоминание Успенского, который называл человека машиной. Да? Что до тех пор, пока человек спит, он не может, он не пробужденный, он ничего не может делать, он даже желать по-настоящему не может. И если мы хотим пробудиться, нужно начинать с себя, из той психологии, которая есть внутри нас. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть такой временной аспект у всех. Мы все живем на этой планете, в этой реальности какое-то время. Помните притчу про ангела времени? Она, правда, немножко по-другому раньше называлась, но я ее перефразировала и немного видоизменила. Стук в дверь. Мужчина, очень богатый, проживающий в этом шикарном доме, в котором он находится в данный момент, слышит этот стук, открывает дверь. На пороге стоит ангел времени. «Да ты что?» – говорит мужчина. «Мне еще рано. Мое время еще не пришло уходить из этой планеты». «Пришло твое время», – говорит ангел времени. «Я тебе отдам половину своего состояния. Ты знаешь, что я бесконечно богат. Оставь мне хотя бы несколько лет. У меня столько дел, которые я хотел бы еще сотворить». «Пришло твое время». «Я прошу тебя, — говорит мужчина, — но оставь мне хотя бы несколько дней. Я хочу попрощаться со своей семьей, с женой, с детьми. Я так давно их не видел. Я не общался с ними». «Пришло твое время», — говорит ангел времени. Тогда мужчина взмолился и попросил, чтобы ангел времени дал ему хотя бы несколько минут для того, чтобы он написал записку своему сыну. «Хорошо», — сказал ангел времени. «Несколько минут». В записке было написано, что ни за какие блага материальные и ни за какие деньги я не смог купить времени жизни. Что для вас жизнь? Что для вас время? Зачем вы пришли на эту планету? Что вам дает эта командировка длиною в 70-100 лет? Есть такое высказывание, что длительность дня души 72 часа. А на самом деле, зачем ваша душа пришла в эту земную реальность в вашем теле, которая служит вам верой и правдой? Давайте мы исследуем себя еще и в контексте того, насколько мы можем себя пробудить. Помните машина? Для машины в бардачке лежит вот такая толстая книга по управлению машиной. Кто ее читает? Никто не читает. Ты покупаешь пылесос или посудомоечную машину. Везде есть по управлению книжечка. Человек. Такая уникальная, многофункциональная система. Никаких книжек нет. Никаких подсказок нет. Нам самим нужно все добыть. Нам нужно добыть те знания, которые нам помогут не только выживать, но и жить.
И именно пробуждение нас даст нам эту возможность. Именно психология поможет нам раскрыть этот внутренний мир. Нам необходимо начать заниматься самопознанием, пробуждением себя. Давайте посмотрим презентацию, которую я подготовила. Выгодский Лев Семенович, советский психолог. Вообще-то гениальный человек. Он в очень раннем возрасте ушел из этого мира. Да? Основатель и исследователь, психолог, ученый. Да? Он занимался фундаментальной наукой о новом человеке. Его жизнь была, вы знаете, он мне напомнил, вот прям как Пушкин, да, только в психологии. За очень короткий период времени, он очень юный, да, покинул этот земной мир, как говорится, да, он сделал огромное количество дел. Выдающийся русский психолог говорил, что мысль не просто выражается в слове, мысль в слове совершенствуется. Язык не только средство передачи готовой мысли, но и средство формирования мысли. Вспомните, пожалуйста, как часто мы о чем-то думали, не могли найти решение. Но как только мы поговорим с кем-то, да, с кем-то проговорим это, пообщаемся, как говорится, перетрем эту информацию, нам приходят свежие новые мысли. У нас как будто бы складывается все в нашей системе, и мы понимаем, куда мы идем, какие решения необходимо нам принять. Вот именно эта мысль совершенствуется в слове. Именно мысль формируется при нашем общении. И именно эмоциональные реакции должны составлять основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующие эмоции ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только то знание может привиться, которое прошло через чувство ребенка. Это он говорил о детях, но ведь то же самое и со взрослыми. Именно то, что ты почувствовал, именно то, какая эмоция прошла через нейросеть, и рождает вот это состояние импринта, то есть рождает состояние как бы записи этого нового знания в системе человека. Сухие знания, сухие выжимки без обучения, без образовательной системы обучения, без образов, которые рождаются при помощи наших чувств, наших эмоциональных состояний, человек не пробужден. Чтобы нам пробудиться, необходимо запустить эту нашу систему через эмоционально-чувственную, мыслительную составляющую. Давайте посмотрим, как выглядит матрица культурно-исторической теории Выгодского. Вы можете прочесть все, я все зачитывать не буду. Но здесь очень ценным является зона актуального развития, да? И представьте, что в этой зоне актуального развития находится человек. Вы знаете, про человека говорят, что человек похож на яйцо, да, и очень много, ну, мы знаем, много психологов, да, об этом говорят и вообще часто говорят, да, яйцо или курица, да, и можем вспомнить Роберто Ассаджоли, его яйцо психики человека, да. Но яйцо, вот давайте задумаемся, оно определяет как такового зародыша. То есть нам показывают, что человек, рожденный здесь, на этой планете, он как бы как зародыш, ему необходимо родиться, то есть родить себя, возродить. Ответьте себе на вопрос, ты вообще яйцо или курица, да? То есть из этого яйца необходимо вылупиться, и чтобы стать птицей. Сказки про жар-птицу – это же не просто так. Хотя очень часто в нашей культуре, понимаете, птица счастья – это жареный петух. Но
который клюет в одно место, да? Но сколько же мы будем ждать, когда этот петух клюнет в одно место? Возрождение, рождение себя. Смотрите, что пишет Выгодский. Движущая сила развития психики – обучение. Развитие обучения – разные процессы. Именно обучение приводит к движению внутренние процессы развития. Обучение стоит в основе развития. Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития. Это вот то, о чем мы только что говорили, о том, что необходим импульс интереса, импульс, который идет через чувственно-эмоциональную систему. И тогда включается вот наше это обучение. Очень важно начать чувствовать, научиться этому. И давайте мы посмотрим на вот эту вот матрицу. О чем она? Эта матрица говорит о том, что у нас есть наш внутренний стержень, на который нанизаны различные стили. А стиль – это образ, способ и манера. Это то, какие образы и каким способом мы предъявляем этому миру. И мир наш, как бы в согласии с внешним миром, наш внутренний мир, или он идет в раздоре. Наша задача – идти в согласии максимально внутреннего и внешнего, потому что как наверху, так и внизу. Я понимаю, что, слушатели, вы можете сказать, что мы говорим об одном и том же очень много и часто, и сколько можно уже говорить об этом. Вы можете говорить об этом, сколько вы захотите, но мы будем говорить об этом. Задача нам, людям, наконец-таки пробудить себя, чтобы мы перешли от машины к человеку, чтобы наша внутренняя система начала звучать на чистоте жизни. Эта матрица была создана мной. Задумайтесь, что у вас есть внутри вот эта ось, ось человека. Помните, у дерева, да, что древо жизни является осью мировой. У человека тоже есть своя ось. Так вот, это внутренний наш стержень, да, он и есть та ось, на которую закреплены наши стили. Инстинктивный стиль, который отвечает за наше продолжение рода, да, вот эти инстинкты, которые все мы хотим, не хотим, все равно проявляем. И этот инстинктивный стиль у всех людей включен. Вот он подключен, да, и он работает автоматически, потому что это первая система, которая была включена в человеке, еще в первобытном человеке, и она всегда работала. Мы бы все не дожили до сегодняшнего дня, не будь у нас вот этого инстинктивного стиля. Стиль действенный, он тоже у нас подключен. Он точно так же в нашей системе очень активен, потому что если бы его даже не было, нас бы тоже не было. Потому что без этих стилей невозможно существование человека. Мы каким-то образом действуем. Действуем, движемся. Эмоциональный стиль. Мы обладаем эмоциями. И этот стиль тоже уже очень давно развит в человеке. Но самое удивительное, что, как правило, наблюдая за людьми, я могу отметить, что на сегодняшний день, на данный момент, у людей подключены стили, инстинктивный, действенный и эмоциональный. Вот эти три фактора работают, хотя эмоциональный тоже не у всех. Но инстинктивный и действенный, он что был? В третьем веке, что в шестнадцатом, что в двадцать первом. Эмоциональный он тоже есть, но дальше идет кардиостиль. Это чувственный. Кардио – это наше сердце, это место, где живет любовь.
А вот этот стиль как-то у нас, вы знаете, не очень-то подключен. Мы чувствуем, эмоционируем, а чувствуем ли, как часто вы испытываете чувство любви? Кто-то из великих сказал, что, может быть, тоже Рубинштейн, но боюсь ошибиться. Но суть такова, что человек настолько является человеком, насколько в нем велика мера любви. Да? Вот уровень твоей любви в тебе, он определяет тебя как человека. Это кардиостиль. Насколько ты проявляешь вот эту душевную составляющую любви. Когнитивный стиль, мыслительный стиль – это стиль наших мыслей. И я хотела бы сказать, что все конфликты между людьми, как правило, возникают на уровне когнитивного стиля, потому что когнитивный стиль, он различный. И он разнится у всех людей. Одному одно хорошо, да, другому другое. И если мы думаем, что мы разговариваем с человеком, и наши когнитивные стили одинаковые, мы ошибаемся. Все конфликты происходят за счет различия когнитивных стилей. Причем, что на кухне дома, что на любых уровнях, любой высоты. И получается, что человек несет в себе вот эти стили, которые все нанизаны, метафорично я говорю, да, на нашу ось. Но на этом же все не заканчивается. Дальше у нас есть еще полевой разум, который уже не ум, если когнитивный стиль – это наш ум, который мы можем развивать. Но полевой разум – это уже что-то другое. Почему так часто говорят, что ты разумно подумай, разумно подумай. Вот понаблюдайте, о чем это на самом деле. И через этот полевой разум мы имеем эту связь с нашим высшим «я». И это наше высшее «я», вот это и есть этот центр управления, я так это увидела, из моей практики консультационной, из тех практик, которые занятия я проводила, тренинги, семинары и медитативные классы. Что когда человек выравнивает свою ось и выравниваются все его стили, выравниваются на его высшее «я». И связь с высшим «я», она идет через полевой разум. Потому что это матрица полевой структуры человека. А именно полевая структура, она вневременная. И даже если вы просто представите, давайте такое небольшое упражнение я вам предложу. Если вы просто представите себя и свою собственную ось, центр себя, увидите, какая она, а она как-то выглядит. Это может быть просто энергетический стержень, кто-то увидит позвоночник или как-то иначе. И увидите, что у вас есть вот эти энергетические стили. И как-то они выглядят. И инстинктивный, и действенный, эмоциональный, кардио, когнитивный, полевой. И поднимитесь еще выше и увидите, как вот ваша связь с вашим высшим «я», она тоже есть. Просто поприветствуйте свое высшее «я». Увидите, что вы находитесь в такой большой, красивой полевой структуре. И, возможно, вы этого не видите, но если вы это знаете и чувствуете, то просто примите это. И просто почувствуйте себя в центре вот этих своих собственных энергетических пространств. И почувствуйте вот эту уверенность от того, что ваша ось, она как ваш центр держит вас. И мы же с вами знаем, что если ты считаешь, что чего-то не существует, это что-то считает, что тебя тоже не существует. Ведь любые отношения – это улица с двусторонним движением. И твои отношения с тобой
это тоже улица. И со своим высшим я – это тоже отношения. Наша задача – стать цельными, пробудить себя и включить в себя вот эти все красивые аспекты своего стиля, чтобы вы как чувствовали, так и думали, и так же и действовали. И чтобы, наконец-таки, у нас были развиты не только инстинктивно-действенные стили, а эмоционально, кардио, когнитивные, и чтобы полевой разум помогал нам и давал нам те ответы, которые называются интуицией. Где живет интуиция? Хороший вопрос, правда? И вот эта связь с нашим высшим «я» является этим волшебным аспектом, который помогает нам здесь и сейчас быть пробужденными, жить и радоваться. Я благодарю всех за то, что посмотрели это видео. Всего вам доброго. Мы будем продолжать тему «Человек», потому что что может быть для нас еще важнее, чем изучение и познание себя? Потому что когда ты есть у тебя, тогда у тебя есть весь мир. Всего вам доброго. До свидания.